Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас 18 ноября 2017 года. Мы находимся на Иваньковском водохранилище. И этот обзор посвящен сдаче катера на воде модели 67, Волжанка 67 кабин. Это именно тот самый катер, который мы представляли на наших обзорах 2,5 недели назад в городе Сызрань. И теперь эта лодка находится в руках нового счастливого владельца. И по просьбе данного владельца мы установили на эту лодку новый двигатель Honda, четырехтактный, мощностью 225 лошадиных сил. 3,5 литра мотор, огромный запас мощности, хороший скоростной редуктор, гарантия трехлетняя. Давайте посмотрим, что у нас получилось из того, что мы смогли установить за столь короткий срок. Смотрим. Так, ну вот таким вот образом преобразилась панель приборов. Было установлено 5 приборов плюс один Honda оригинальная и карплотер 9-дюймовый Lawrence 9i 9-дюймовый. Соответственно, здесь у нас есть вывод по протоколу NME 2000. У нас обороты, скорость, температура двигателя, расход, вольтметр. В общем, все стандартно. Второй указатель топлива поставили под бачок дизеля для автономного отопителя. Это основные преобразования после установки лодочного мотора Honda. Машинка Gas Reverse с диагностической панелькой. Ну и, в общем-то, сам двигатель Honda 225. Давайте посмотрим, как этот двигатель разгоняет данную лодку весом 1400 до прекраснейшей скорости 71 км в час. Очень шустро. Да, вы знаете, отдельно хочется отметить, что в текущий момент на лодке находилось 5 человек, взрослых мужчин, весом, наверное, каждый под 80-90 килограмм, и полный бак топливный, топливо 92-го, рекомендуемый для двигателя Honda. Ну, то есть вот 5000 оборотов 50 километров в час, 6000 оборотов 70 километров в час, можно 4 даже сделать сейчас. Ну вот так прошел наш замечательный день 18 ноября 2017 года на Иваньке. Сдали мы нашему покупателю лодку Волжанка 67 кабин. Получили интересные результаты. 71 км в час, 5 человек, полный бак. У него семья действительно большая, много друзей. В общем-то, его удовлетворили полностью абсолютно данные показатели. Ну и как всегда, подписывайтесь на наш канал компании прокатись.ру. Напоминаем, мы находимся в городе Москва. МКАД 14 километр, www.прокатись.ру. Всем удачи, пока. Встретимся на воде.